Знаете что? Знаете, тут нет простого решения. Это очень это судьбоносный выбор. Потому что вот какой мы выбор сделаем, такой будет и Украина. И надо точно разобраться. Либо, вот как говорят, симпатичная фракция самопомощи. Там много правильных вещей говорят. Но надо разобраться. Или особый статус, так называемый, это мина замедленного действия. Или то, что сейчас там происходит, это мина замедленного действия. А переход к так называемому особому самоуправлению, это может быть разминирование. Это еще надо провести очень хорошую дискуссию в стране. Потому что вопрос очень сложный. Президент не хочет набрать на себя риски. И я политика понимаю, это очень большой риск. Дальше идем. В чем Минские соглашения? В чем их цель? Мы, если будут реализованы Минские соглашения всеми, мы возвращаем контроль над границей. Это главная цель. Даже не особый статус. Подожди, Андрей. Подожди, контроль над границей. Потому что не может страна жить, когда у нее нет границы. У нас же нет, границ. У нас же нет границ сегодня на Востоке. Где у нас граница? Де юре у нас вроде бы есть граница там. Подожди, де юре граница как бы там, но она не де-факто. А вот де-факто граница по линии соприкосновения, но она не де юре. Так, она не юридическая граница, значит контрабанда там. Мы должны определять, все-таки где мы границу проведем. Государство не может функционировать, если у него нет четких границ, потому что оно не знает, а где его территория. Граждане или они не граждане, вот эти люди, которые там живут, у них же паспорта там украинские, голосуют они или не голосуют, потому что они же сохраняют их, потому что если гражданин, то он должен голосовать. И последнее, понимаете, мне абсолютно не нравится вот этот современный троцкизм. Ни войны, ни мира. Долго так существовать не может. Либо война, либо мир. Так долго не может быть. Поэтому надо четко здесь, еще раз, в парламенте, проводить парламентские слушания. Это, я не говорю, что я прав в чем-то. Я сам сомневаюсь в этом, потому что это действительно очень сложный вопрос. Еще раз говорю, мы должны определить, мы остаемся в рамках вот этой большой территории, большой Украины, или мы Донбасс режем, чертовой матери, так сказать, так, отказываемся от него. А это действительно, отказываемся секундочку. Но если мы отказываемся от Донбасса, мы автоматически отказываемся от Крыма. Потому что тоже, но отказались от Донбасса. Почему от Крыма? Правильно. А это все... Нет, подожди. А кто-то же предлагает, и политики серьезно предлагают. Хорошо, давайте его надо проведем. Доказать, кто-то предлагает. Еще раз говорю, это очень сложный вопрос. Я вот от этого выбора, от реализации, либо не реализации Минских соглашений, зависит, какой будет Украина в 21 веке. Мы сейчас фактически выбираем всю Украину на 21 век. Это очень сложный выбор.